Чуть ближе к звездам. Компания МТС исполняет мечты одаренных детей. Сотовый оператор при поддержке правительства республики и администрации Нерюнгри в Якутии реализует масштабно-творческий благотворительный проект «Поколение М», участники которых получают возможность посетить столицу страны. С подробностями Дмитрий Тымыров. Вокалом Василина занимается с раннего детства. В студию семьи Егоровых попала, когда ей было всего 7 лет. Здесь она обрела уверенность и первые навыки. В прошлом году решено было принять участие в проекте компании МТС «Поколение М». Мне предложила участвовать мама. Ей отправила моя тетя. И мы оставалось там где-то 2 дня до решения результатов. И мы там отправили наше видео. О победе в конкурсе узнали через пару дней. Им позвонили организаторы проекта и сообщили радостную весть. К такому событию приятно были удивлены и педагоги по вокалу. Мы даже почти не знали, что она отправила на поколение М свое видео и свою аудиозапись. Только потом, когда уже там приняли, они нам, родители, сказали, что ее приняли, и мы там заняли первое место. В подарок Василина от компании МТС и авиакомпании «Якутия» получила путевку в Москву на стажировку у преподавателя продюсерского центра «Эколь». Также в рамках своего визита она посетила и шоу «Голос дети». Проект «Поколение М» продолжается, и дети со всей республики могут попробовать себя. МТС реализует такой масштабный проект под названием «Поколение М», который направлен на развитие творческих способностей детей, привлечение именно детей заниматься творчеством. У нас есть сайт, на котором размещено там порядка 15 направлений, по которым могут развиваться дети. Это там и изобразительное искусство, это и вокальное данное, и актерское мастерство, и различные другие направления, которые интересны детям. Участие в проекте бесплатное. Концерт тоже и для участников, и для зрителей. Главное – вовремя зарегистрироваться на сайте проекта. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск.